have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Rain World. Так, ну-ка, меняем их местами. Фонарик я положу с собой, а жемчужину я оставлю здесь. Я не буду уточнять, сколько времени у меня ушло на то, чтобы сюда дойти. А мне вообще вверх, мне вниз. Туда вроде и туда можно пробраться. Я не знаю. Когда я сюда доходил, я был обычно в панике. И мне было не до этого. А вниз я просто упаду и сдохну, да, если... Стой, а как мне... А вот так. Зачем ты в сторону-то прыгаешь, дурак? Страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Вот, в общем, геймплей. Немножечко геймплея. Я играл примерно минут 30. После этого я подумал, почему я должен один мучиться, и начал записывать. Поэтому после в конце этой серии я выложу отрывочек моих нескольких забегов в эту сторону. И чем они для меня закончились? Подождите, я тут наверху вообще... Туда можно. А можно Короче, фишка в том, что он не цепляется. Ну, я вот на это и раньше жаловался. В общем, я добрался до этого убежища. Мне это стоило очень много сил, но... Спасибо тебе огромнейшее. Но я как бы... Я честно старался. Дело в том, что я честно обещал, что постараюсь. И я на самом деле был очень близок к тому моменту, когда я просто плюну и скажу «нет». Но все-таки случилось так, что да. Я сюда дошел, поэтому вы наблюдаете сейчас эту серию. Я честно вам скажу, я не помню, сколько времени прошло с предыдущей серии, я знаю, что давно. А, там этот, видите, хамелеончик. Я его вижу. Он успел засветиться. Вот. Прошло много времени, я в курсе. Извиняюсь. Извините, а как мне туда добраться? Это же нереально. Я вообще в какую-то локу уехал. Я там смогу заехать? Смогу, хорошо. Я думал, что только через среднюю можно заехать. Но меня тут успели обрадовать... Что там красное было? Меня тут успели обрадовать, что сейчас начинается самый сложный... Молодец. Самая сложная часть. Я не знаю, насколько меня еще хватит. Пока я здесь, пока я снимаю. Давайте остановимся на этом. Еще раз вот так вот я пытаться не буду, предупреждаю вас честно. Потому что, ну, это напрямую просто издевательство над игроком. То, что делают разрабы. Я и так как бы практически титанические усилия прикладываю, чтобы не бросить эту игру. Именно потому что, вот, то есть вы мне скажете, что типа, если тебе игра нравилась. Нет, именно потому что она мне нравится. Вот. Она сделана криво, но именно потому, что... Ах ты ж, именно потому, что она мне нравится. Я до сих пор здесь. Ладно, хватит ныть. Подожди, это... Это можно есть? Нет. Зачем ты это выкинул? Эта штука меня ест или что? Я не пойму, в чем прикол.
Я не знаю, я ее держу, я ее не держу. А, да, а, все, я понял, что это. А как мне этим управлять? Мне тут говорили, что будет геймплей из червяков. Я пока не уверен, как мне этим управлять. Я... Фонарик с собой взять, конечно, я взял. Ага. У нас туда, туда, там наверх, наверное, можно было. Мне кажется, или у меня перестали появляться уведомления такие желтенькие, что мне надо туда или надо сюда. А! Дважды нажать. Нет, это... Ну, может, я к этому, конечно, и привыкну. Но пока что это дичь. Наверх куда-то надо. Сейчас мы не торопимся, пытаемся... как-то понять, что вообще происходит. А я тут упаду, да? А как подняться по этой штуке? Подняться можно, говорю? Ну, а толку мне от нее, если я не могу... Ну вы серьезно? Ладно, ползем по вот этому. А если я не могу по ней подняться, то толку мне от этой фигни. Сколько тут палок? Одна. То есть вы мне... Это... Зачем ты? Взял, дурак, упал. Да ну хорош! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это так не работает. Короче, если кто-то мне скажет, что эта штука похожа на то, как было в червяках, нет, ни разу. Это гораздо хуже. Ну, то есть... В червяках ты этой веревкой мог управлять. Здесь творится полнейший трэш. То есть оно непонятно на какую дистанцию, которой тебе явно не хватает, оно не подтягивает тебя вверх, оно не подтягивает тебя вниз, оно не делает ни хрена. И к тому же я, по-моему, не могу заползти внутрь. Так, можно туда куда-то? В ту сторону? А зачем мне в ту сторону? Ты дурак или где? Раздражает. А ну а дальше? А, вот там вниз можно. Вот тут можно как-то заползти. А вот там прыгать. Да нет. Ну как бы нет.
Ну вот вообще нет, я не хочу таким образом перемещаться. Особенно с этим кривым управлением. Ну нет, ну вот про... Ох ты ж ё. Я не могу подтянуться. Я могу только раскачиваться. То есть оно до определенного момента немножечко подтягивается. И все. Здрасте. А это мое. А я тут сохранюсь. Не, я тут вообще без проблем сохранюсь. Давайте, я как раз отожрался. У меня с собой фонарик, у меня с собой вот эта улитка. А, и цикл заканчивается. Хм, хорошо. Я тупил много, да, это понятно, но... Я типа там какой-то цикл сейчас сожрал. Еще что-то я себе сейчас восстановил. Оно что-то там где-то начало качаться. Все хорошо в этой жизни. Все плохо, но ладно. Оп, поехали. Надо сразу отожраться. Надо сразу... А я не могу висеть на этой... А, могу висеть на этой штуке и хавать. Нормально. Съешь. Так, нам дальше... Куда-то туда. А зачем мне наверх? Ну, допустим, я узнаю. А, еду ты уже не можешь взять. Тогда придется бросить еду. Возьму с собой хлопушку, наверное. Тут что-то... Это для врагов, понятно. Как предусмотрительно для игры. Так. Здрасте. Спасибо тебе, Слаг, что проспойлерил про эту штуку. Не-не-не, ты отчасти, конечно, прав. Я бы, наверное, ее бил бы. И куда оно уж? Мне постоянно сейчас наверное... Спасибо. Сейчас надо будет наверх постоянно. Отпусти. Ну, отлично. То есть, игра про то, что нужно куда-то добраться быстро. Быстро у тебя не будет получаться, потому что за тобой постоянно будет какая-то гадота вот это вот ездить, да? Оно булькает прямо там сверху. Оно может залезать в дырки? Может и может. Да понятно. До свидания. А туда вниз что? Просто? Просто. Туда... А, подожди, а вот этот уровень вниз, он случай... А куда этот уровень вниз? А зачем он там? Туда что-то можно как-то спуститься. А я даже... Блин, а я наверх все равно... Наверх я проберусь над ним или... Ну-ка, сейчас посмотрим, подожди. Я могу и туда сходить. Мне интересно. Я пошарюсь по застенкам, ну его нафиг.
Всегда носи с собой копье, говорили они. Будет весело, говорили они. Залезь в эту дырку и не отсвечивай. Как бы, ребят, кто не в теме, мне сказали, что будет некое что-то огромное нечто, чтобы я не пытался убить, но мне не сказали, что оно будет. Так что, как говорится, спойлер не засчитан до конца, да? Я так понимаю, что это не наша с ним последняя встреча. Время еще немножечко есть. Вперед. Мне смысла идти нету. Угу, спасибо. Оп. Я сам себя оглушил, но я хотел взять копье. Что я успешно и сделал. Что вы знаете о безумии? Там дырка в стене. Туда какие-то. Какие-то просто места, куда я ползу. Оп, протискнулись. Ну так, а... Ага, видали? Да не в ту... Не в ту сторону! Там копье? Копье. А как? Ну хотя бы вот так. Я себе копьем помог хоть немножко. Эта штука на... Ох, блин, здрасте. Эта штука на меня чудом не напала, кстати. Ну, тот маскирующий уродец. Так, оно куда-то ушло. Шо у нас там хоть... Даже и близко. Ни убежища, ни хрена. А почему я... Как туда втянуться вверх? Вот так, наверное. Кот сначала тоже боялся пылесоса, но потом втянулся! Мне туда надо, мне туда надо. Человек. Ну, паук. Валим отсюда. Подвес какой-то. Круто, рад за него. Музыка вообще ни разу не успокаивающая. Где чертово убежище? Куда я иду? Зачем я все это делаю? Я же говорю, что с крюком я управляюсь очень хорошо, но если бы оно работало как крюк, то было бы прям супер, но оно так не делает.
где вообще, блин, цикл заканчивается. Это туда. А зачем мне туда? Я не знаю. Я сюда могу? Где чертово убежище? Скоро дождь начнется, вы чё? А, там какая-то тварь висит. Мне туда наверх. Вон убежище. А как туда добраться? Это вверх или вниз? Стой. Это не вверх и не вниз, это сюда. Я туда не могу попасть? Ну и как? Ну вот как это, если это не подлость от разрабов, как это называется? Убежище туда, но как туда попасть, никто не знает. Ладно, давай вверх или вниз. Вверх пока что. Мне, скорее всего, все придется перепроходить. Ну что, я ни хрена не успею. Хотя, может быть, вот это меня проведет. Нет, ни хрена это меня не проведет. Тут грибы, которые можно пожрать. Скорее всего, я предполагаю, но я не уверен в этом. Цикл заканчивается, мне все это придется проходить заново. Убежище туда. Тут мне даже игра подсказывает. А как их... Стоя! Через верх! Ты издеваешься. Беги! Неужели я дошел? Идем. Все, спать, чувак. До конца цикла одна точка оставалась. Спать! Просто спать. Фух, успеть. Он будет сейчас едой, может вернуться за теми грибами, посмотрим. Ребят, эта серия будет не самой длинной, я вам вот так вот скажу. По крайней мере, охренеть, сколько мы прошли. Охренеть, сколько мы прошли. Мы два убежища сегодня прошли, кстати. То есть вот отсюда, вот это все мы пролезли, первое убежище, и вот это вот все. Вам не кажется это несоизмеримым, а? Ну вот так, на секундочку. Там у нас есть вверх и есть вниз. Не трепыхайся. На этом мы закончим. Я сейчас еще к этому всему прикручу немножечко на фастфорварде того, как я пытался. Так что, в принципе, серия заканчивается. Но кто еще хочет посмотреть на тот беспредел, который творился, то можете еще остаться, подождать, посмотреть. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра, всем оладушек и всем покеда. We'll be right back.
Thank you.